Настоящий праздник скидок. Сегодня шоп-н-шоу скидки во всех рубриках. При заказе любых товаров на сумму от 7 тысяч мы дарим вам скидку 10%, от 10 тысяч 15%, от 12 тысяч 20%. Все, что вы мечтали заказать, закажите сегодня по самой удачной цене. И получите еще один подарок. Бесплатную доставку любого заказа от 5 990 рублей. Заказывайте все, что хотите, в эфире и на нашем сайте. Шоп-н-шоу – территория счастливого шопинга. Смотри, опа! Друзья мои, внимание, мармит с крышкой, который выдерживает... Ой, я не могу просто это сказать. Куда ты, иди сюда. Вы представляете, посмотри. Вот этот мармит выдержит температуру плюс 300 и минус 10. Да-да-да, мы уникальный мармит с крышкой, внимание, и специальный... каменной керамики, которая долговечна. Плюс она специально имеет вот такую вот подставку, где свечи подогревают блюдо. Но если вы кладете холодец, то не надо это делать. Мы к этому вернемся. Проверила. Пошлите понятно. Со мной. Я с тобой, подожди. Пойдем. Так, не есть, пожалуйста, это нам с Олегом, да. Сотниковым. Друзья мои, знаете, в чем преимущество такой вот прекрасной керамики? То, что это самый прочный материал по поводу жаростойкости. У меня температура здесь 150 градусов, но утку, которую я приготовил, я убрал, чтобы она потомилась. А теперь следим за мной. Смотрите, мы сейчас... В прямом эфире вам... Нет, я перед чем как поставить, смотрите, я хочу показать, что здесь уже свеча подготовлена. Ага. Вы кладете сюда готовое решение к Новому году, украшаете вот такими пепелеточками и все. Вы представляете, как идеально будет и оригинально выглядеть ваш новогодний какая стол. Прелесть. Сок весь остался внутри. Идеальная подача рыбы, мяса, буженины, поросенка, индейки, утки и даже выпечки. И это еще не все. Так. Правильно. Помимо того, что вы можете выпекать, вы можете приготовить настоящий салат и подать... Также на этой великолепной форме. Господи, сколько салата, ребята! Вы только представьте, скоро Новый год. К вам приедут ваши друзья-родственники. Посмотрите, как вы необычно можете подать вкусные блюда, ваши любимые блюда. Кстати, я на Новый год всегда готовлю утку с яблоками. Поэтому для меня это тоже находка. Смотрите, это еще и утятница! А теперь вот внимание. Да. Мне очень нравится, что блюдо подогревается. Я тебе не раз рассказывал про своего запоздалого, так. Я его называю, дядя Петю, который всегда запаздывает на все наши семейные мероприятия. И так. Приезжает к чаю. А потом говорит, слушай, а я бы сейчас что-нибудь поел бы. Я говорю, ну подожди, сейчас разогрею. Мне приходится дважды ему разогревать. А теперь минуточку внимания. Вы в комплекте получаете сам... Внимание, здесь поступил вопрос колл-центра. Одну из самых устойчивых, вот таких хромированных, я их называю, форм, который помещается наша вот эта керамическая каменная керамика. Смотрите, вы устанавливаете, так. В комплекте вы получаете две свечи, поджигаете ее, и у вас на подогреве всегда горячее блюдо. А теперь пойдемте за мной. Здорово, дядя Петя у меня голодный, мне то есть останется. Представляешь, как это удобно. Вот так закрыть и подогревать. Нет, не надо, да, пока оставь ее здесь. Друзья мои, минуточку внимания на меня. Ага. Да, давайте посмотрим на меня, потому что мы приготовили птицу. Смотри, мы же к птице должны что сделать? Подать что? Гарнирчик. Правильно, а гарнир у нас может быть какой? Может быть запеченная картошка, может быть запеченная картошка с сыром или запеканка. Смотрите, что я делаю. Я достаю вот это великолепное сате, друзья мои, кабачки, баклажаны, рубленые томаты с чесноком. Идеально все приготовилось, потому что только каменная керамика распределяет идеально температуру. Ой. И при этом у вас прогревается, протушивается со всех сторон. Ваша задача после приготовления сделать либо чесночное масло, либо...
просто посыпать зеленью и украсить вот таким вот розмарином. Смотрите, просто в качестве примера показываю. Закрываете крышкой, герметично, не пропускает воздух, здесь закрыто. Кроме того, здесь у вас, минуточку внимания, посмотрите, постоянно в подогреве у вас ваше блюдо. Если вы подаете холодное блюдо, пойдемте за мной. Например, как мы сделали селедку под шубой или холодец, вы просто ставите в эту форму, которая абсолютно, еще раз показываю, она настолько устойчива, показываю, извините, это я просто показываю, она настолько устойчива, я просто показываю, что она никогда не упадет. Кроме того, в этой форме мне нравится то, что вы прямо можете переносить или подносить к столу. Вот иди сюда с этой же формой, только крышку не забудь. Поставь крышку, так. Давай все сделай. Я просто нашим телезрителям расскажу, что сегодня можно приобрести. И заливное также подать. Смотрите, у нас два цвета на выбор. Есть у нас подгжель. Голубой цвет. Есть у нас розочки. Посмотрите, ну, скажем, что это розовый цвет. Еще раз, в комплекте вы получаете сам мармит, специальную подставку, две свечи для того, чтобы подогревать ваше блюдо постоянно. То есть в течение 6 часов будете сидеть за столом, все равно все будет горяченькое. Понимаете, да? Свечи будут постоянно подогревать. Итак, сегодня цена со скидкой в 900 рублей, 1499 рублей. 100, у нас только 100 мармитов. Кстати, хочу сказать, это самый ходовой вообще товар в рубрике «Кухня», поэтому мармиты у нас исчезают, как правило, в течение 10-15 минут. У вас есть немножечко времени для того, чтобы все-таки решиться на покупку, набрать номер телефона и преобразить свой стол. Олег, знаешь, о чем я подумала? Нужно брать минимум 3 мармита. Смотри, для горячего, для гарнира, ну и для заливного или для салата. Совершенно верно. Кстати, в качестве подарка это очень актуально. Ну, давайте подойдем. Смотрите, вы получаете все самое уже готово. Во-первых, здесь уже свечи идут в комплектацию. Ваша задача одну свечу и вторую поджечь, чтобы ваше блюдо было всегда горячее. Дальше поместить вот эту прекрасную каменную керамику прямо на эту решетку. И в качестве примера хочу показать, что каменная керамика выдерживает температуру, вы только подумайте, больше 300 градусов. То есть она никогда не треснет, но я не рекомендую ее ставить на плиту. То есть она используется только в духовом шкафу. А почему на плиту нельзя? Потому что идет точечный нагрев с одной стороны, и там большая температура, больше 500 градусов. Вот плита, это так кажется, когда ты разогреваешь, температура у самой керамики достигать может 500 градусов, поэтому это лучше не делать. Но показываю вам, смотрите, здесь вот 300 градусов у нас есть и легко выдерживает. Представляете, как это здорово! Просто? Здорово! Вот так, берите сразу несколько, ведь все-таки Новый год уже на носу. Давайте не только свою кухню украсим, украсим кухню, например, своей подруги или своей любимой мамочки, своей доченьки, ведь это идеальный подарок на Новый год. Вместо того, чтобы дарить всякие безделушки под елочку, вот это вот, ну, какие-нибудь там, я не знаю, рамочки, символы Нового года. Зачем все это, если можно подарить такую красоту, такую дельную вещь? Смотрите, это мармит. В комплекте вы получаете саму форму, где вы можете подавать как салаты, как запеченные блюда. Можно использовать в духовом шкафу. Вы получаете специальную подставку и две свечи для подогрева. Да, ваш мармит можно все время подогревать. Олег, мне это очень нравится. Вот эти все максимальные свойства, которые заложены в одном только мармите. Слушай, но я еще хочу рассказать немаловажные свойства. Друзья мои, этот звон у нас песней новогодней зовется. Это великолепная каменная керамика, которая не имеет ни единого шва. То есть это единый целый материал, как наша прекрасная форма, так и крышка. То есть нет никаких соединений, которые, знаешь, как бывает, что они отвалились или, допустим, что-то сломились. Смотрите, идеальная форма везде, ни единого шва. То есть это отливается специально, крышка по форме нашей формы. Вот давайте сейчас просто продемонстрируем. Вы можете здесь приготовить, допустим, сатэ. Вы можете приготовить всевозможную утку, сделать запеканку. И самое главное, что вы подадите это оригинально, потому что в комплекте есть вот эти свечи и специальная вот эта решетка, которая позволит вам все время подогревать. Ну, и подогревать вот это блюдо, ну и подавать. Олег, это очень-очень актуально. Вспомните, наверняка у вас есть тоже такие запоздалые гости, которые постоянно все время задерживаются, которым нужно отдельно все опять на сковородочку иди подогревать, а уже невкусно получается. Уже блюда сухие. Гораздо удобнее
в течение всего вечера поддерживать температуру вашей еды. Знаете, у меня такой вот похожий мармит есть на даче. Когда шашлычок, мы гостей зовем, 4 часа сидим, и всегда, открывая наш мармит, получаем шашлык вкуснейший, тепленький. Кстати, можно еще использовать под другие блюда. Не забывайте, это многофункциональный мармит. Уже меньше 50 мармитов с крышкой и с подогревом. 2 цвета на выбор. Звонки к нам по-прежнему бесплатные. Набирайте номер телефона, заказывайте мармит и для себя, и в подарок. Олечка, у нас позвонили с колл-центра и спросили, насколько качественна вот эта хромированная подставка. Друзья мои, в прямом эфире показываю, что она идеально держит данную форму, которую вы видите, и она хромированная. То есть все думают, а не будет ли обугливаться вот эта свеча, допустим, когда происходит, знаешь, как вот горит свеча, и она пачкает нержавеющую сталь, как это бывает, и отмыть это невозможно. Смотрите, хромированная наша великолепная подставка, она даже не сходит с нее покрытие. То есть, насколько она качественна. Уход тоже очень легкий. Вы протерли, допустим, лимонным соком или, допустим, водичкой. Моется в посудомоечной машине. Главное, что вы достали из духового шкафа, у вас идеальная температура вашего блюда. Это может быть утка, это может быть индейка. Вы поместили, и у вас всегда на подогреве идет блюдо. К примеру, приходит дядя Петя, как у нашей Оли, опоздал. Или гости часто опаздывают. Сделаем систему шведского стола. Это в Европе самый тренд. Тем более, кстати, здесь настоящий орнамент, такой вот, скажем, наш русский. Да, конечно, исконно русский дизайн. Смотрите, хоть прям убирай розочки. Розочки у нас уже почти закончились. У нас буквально только 5 мармитов в исполнении розочек. Пока еще есть гжелевое исполнение. Посмотрите, какая красота. А мне нравится, вот как мы будем нести на стол. Посмотрите, как красиво. Вот такая хозяюшка достала горячее блюдо. И несем. Здравствуйте, гости дорогие, заходите. Давайте посмотрим, что у нас сегодня. Может быть, утка, может быть, заливное, а может быть, слоеный салат. Друзья, все, что угодно вы можете готовить в нашем мармите. И если нужно, можно подогреть. Смотрите, ну, конечно, данную вариацию подогревать не надо, но если это утка, подогревать надо обязательно. Слушай, Оль, ну возвращаемся к горячему. Знаешь, как интересно, у тебя там холодное, а у меня здесь все горячие. Mm-hmm. Хочу еще обратить ваше внимание, каменное покрыто, у нас уникальная здесь роспись. Вот вспомните, бывает керамика, когда со временем просто сходит. Вы посмотрите, идеально приготовлено блюдо, но посмотрите, как сбоку также смотрится вот этот вот рисунок. Посмотрите, идеальный принт, который более долговечнее, чем вы думаете, и осталось 33. Еще раз показываю, вы достали из духового шкафа и поместили прямо в эту великолепную форму. Она будет у вас всегда на подогреве. Это можно использовать, кстати, на ваш стол. Всегда будет горячий, вам не надо подниматься, а вы будете смотреть телеканал Шопеншоу в новогоднюю ночь и употреблять эту индейку. Употреблять нехорошее слово. Хорошо. Так, друзья, смотрите, остается 30 наборов. Смотрите, вот действительно, Олег правильно сказал. Я сейчас так прокручиваю, вспоминаю. Я же за столом-то никогда особенно не сижу. Всегда сажусь возле двери, потому что я понимаю, мне надо постоянно бегать на кухню. То одно принеси, то второе. Чтобы тепленькое было, чтобы прям вкусненькое. Здесь все поставили, гости пришли. Можно спокойненько расслабиться. А тепло всегда будет присутствовать в наших мармитах. Вообще удивительное, кстати, изобретение. Попробуйте. Мне нравится. А вам? Кстати, у нас есть еще и сайт shopandshow.ru. Заходите на страницы нашего сайта. Здесь вы подробно прочитаете про все наши акции. Сегодня у нас акция «Лестница скидок». Скидки до 20%, между прочим. Здесь вы обнаружите все любимые предложения, которые представлены на телеканале Shop and Show. Но больше всего мне нравится наша вкладка «Расписание эфиров». Сейчас мы к ней придем. Смотрите, если вдруг вы не успели к нашему эфиру, пропустили что-то, ах, обидно, жалко, что там показывают. Да нет проблем. Зашли на сайт, включили наш эфир и посмотрели, что мы сегодня предлагали. Вот, например, ножи мы сегодня тоже предлагали вашему вниманию. Кстати, здесь, Олег, они тоже по цене со скидкой. А здесь же мы можем все и купить. Все. Слушайте, как удобно с телеканалом Shop and Show. Итак, подводим эфир, друзья мои. Это уникальное каменное покрытие. Это инновация из Европы. Так сейчас модно во всех отелях или в гостиницах, или в ресторанах. Вы делаете ваши любимые блюда. Здесь
здесь могут быть горячие, здесь может быть холодные, всевозможные десерты. Подали красиво, у вас будет, внимание, всегда на подогреве, то есть у вас всегда будет блюдо горячее, показываю, потому что в комплекте вы получаете вот такие вот свечки с подставкой, специальной хромированной подставкой, которая не окисляется и не тускнеет со временем. Это эстетика, это красота, это тренд. Если вы хотите готовить именно так, вот, забирайте прямо сейчас, тем более осталось 20. Ну вот этих почти уже не осталось розочек, поэтому, Олег, боже, даже будем не показывать. Вот так вот, друзья. Еще пока есть голубой цвет. У нас только 20 мармитов с подогревом. В комплекте две свечи, подставка, мармит и крышка. Забирайте его из прямого эфира. Это изумительное оформление вашего стола. Еще раз напомню, берите сразу несколько. Вам же нужно картошку подать, правильно? Да. Она должна тоже подогреваться. Вам же нужно утку или курицу, и вам же нужно салат, хотя бы один слоеный. Оля, у меня есть ровно 40 секунд, чтобы доказать, что такое каменная керамика. Друзья мои, это прочный материал, который выдерживает температуру 300 градусов и минус 10. Здесь можно сделать заливное, здесь можно готовить всевозможные решения, можно готовить десерты и накрывать наш великолепный стол. Ой, наш новогодний стол, и ваш будет такой же красивый. С наступающим вас Новым годом! Чтобы потом не бегать за подарками, лучше сейчас их заказывать. Тем более, когда качественный товар, когда это специальная каменная керамика, это инновация, это тренд всего мира. Это используют в лучших отелях и ресторанах. У вас блюдо всегда будет горячее. Когда бы вы ни достали, даже если поставили к 12, к 6 утра, оно также будет горячее. И главное, запоздалые гости тоже будут сыты и не будут есть холодные бывшие горячие блюда. Спасибо, что вы были с нами. Олег Сотников для вас подобрал лучшие предложения. Все как всегда. Очаровательная Ольга Грядунова. Вкусных вам покупок. С наступающим.